сделать дорогу Тобольск-Ханты-Мансийск-Салехард четырехполосной. Такое предложение высказал полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. По его мнению, регионы, которые дают сегодня более 30% вклада во внутренний продукт страны, заслуживают иметь такую трассу. Расстояние от Тобольска до Салехарда по автодороге составляет почти 1400 километров. Даже после проведенных ремонтов этот участок пути быстро приходит в ненормативное состояние. Трасса в четыре полосы позволит снизить плотность трафика машин. Идет движение по, значит, трассе Тобольск-Ханты-Мансийск-Салехард. Вот, там достаточно сегодня большие работы делаются для того, чтобы туда достаточно активно перемещались грузы, а именно так происходит, потому что нефтяники везут грузы, они достаточно тяжелые. А то, что касается лета, отпускники должны комфортно иметь возможность на собственных автомобилях перемещаться на большую землю.